Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus Open 5G. И сейчас я покажу вам, как скрыть уведомление. Итак, мы открываем настройки и проходим в раздел уведомлений и строка состояния. Здесь у нас есть умная защита уведомлений. Нажимаем. Включаем. И нажимаем «Принять и продолжить». Далее регистрируем изображение своего лица. Нажимаем «Принимаю», вводим пароль от экрана блокировки, нажимаем «Продолжить» и располагаем лицо в круге. Вот, таким образом мы регистрируем свое лицо. Теперь, как у нас работает умная защита уведомлений? В общем, содержимое всплывающих уведомлений будет скрываться, если фронтальная камера определит, что по лицу, что на экран телефона смотрит кто-то, кроме нас. Вот, что достаточно неплохо. Также у нас, по-моему, здесь есть... Ага, нет, здесь такого нет. Есть еще функция, бывает, не показывать на заблокированном экране содержимое уведомлений, но здесь, по-моему, этой функции нет, по крайней мере, я не вижу. Может быть, просто не заметила. Окей. И на этом в целом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.